Приведище, это Planet Crafter. Давненько я сюда не заходил. Все ждал обновлений, да побольше. Ты что тут необычная личинка делаешь? Давай заберем. Значит, напоминаю, что прошлая серия у нас закончилась куполом бабочек. Вот таких вот золотых светящихся бабочек. Планета из безжизненной стала жизненной. То есть, видишь, насекомые летают. Атмосфера у нас появилась, то есть кислород. Я теперь могу ходить без маски. Кислород у нас бесконечный. Это очень шикарно. Пойдем посмотрим, чем же нас одарили разработчики в этот раз. Что у нас появилось, что не появилось. Значит, рыбы! У нас будут рыбы. Смотри, атмосфера у нас наполняется кислородом. И через сколько? 59% появятся рыбки. Великолепно. Посмотрим, что здесь у нас в наших чертежах. В чертежах пока что ничего нового не вижу. Так, так. Опа, стопе. Аквариум, угу, для рыбок. Мутагены, это что? Печатная плата, используется в продвинутых рецептах крафта. Дальше, это у нас ферма земноводных. Прикольно. А это что? Я вот думал, это грибы, а это яйца лягушки. О, получен новый чертеж фермы бабочек. Название лягушек, к сожалению, какое-то слишком подозрительное. Хул. Я буду звать их лягушки Хул. И тут у нас экстрактор руды Т3. Угу. Есть чертеж. Давай расшифруем. Получен новый чертеж, микрочип деконструкция Т2, чтобы разбирать быстрее различные конструкции. Может, у меня есть еще какой-нибудь чертежок? Есть? Сейчас мы его тоже изучим, посмотрим. Уверен, что что-то у нас есть еще. Получен новый чертеж GPS-спутника Т4. О, мы теперь сможем на карту смотреть еще выше. Где у нас карта? То есть, вот спутник Т4, он у нас пока что заблокирован. Видишь, мы еще уменьшить карту не можем. Надо будет его запустить. Что еще? Посмотрим здесь по электричеству, все ок. Письмо, есть дополнительное письмо. Я провел глубокое сканирование планеты, и что-то не так. Рядом с вами я получаю странные геологические признаки и непоследовательные топографические данные. Попробуйте добраться до этого места. Минус 248, 42, 93. Используйте левый нижний угол интерфейса, чтобы ориентироваться. Окей. Мы попробуем добраться вот сюда и посмотреть, что там. По всему остальному, там как бы, ну, спутники летают, все у нас тут шикарно. Надо сфоткать, короче, координаты, и, наверное, мы туда сейчас пойдем. Окей. Но прежде чем мы туда пойдем, я хочу взобраться к себе в пентхаус, на самый верхний этаж, где тут. У меня туда телепорт есть. Так. А, слушай, я отсюда... А, нет, можно выбраться. Я думал, что я лестницу отсюда убрал. Вау! Вау! Это прям как башня в Абу-Даби. Ну, в Дубаях, то есть. Самая высокая башня на этой планете по качеству. Хотя там лесенка выше, чем эта башня. Надо башню еще выше строить. Все. Телепортируемся, значит, знаешь, куда? В черный биом. Дело в том, что здесь у меня запрятаны еще чертежи, которые надо исследовать. Я уверен, что... А, это что такое фиолетовое? Что это такое фиолетовое? А, это пульсирующий, все понятно. Ничего нового, все старое. Слушай, а тут разве был спуск вниз? Раньше. Давай спустимся. Вау. Гидратация... Надо выпить бутылку воды. Гидратация была жопа. А, ну я тут, наверное, был. Да, я тут был. Что за письмо? Прекрасно. Кто бы мог подумать, что место моей посадки окажется настолько... А, да, точно. Я давно здесь уже не играл, все забыл. Опа. Тут у нас есть... О, великолепно. Это забираем. Еще надо забрать. Это нам пригодится, суперсплавчик. Сейчас пробегусь еще по другим жилым модулям. Дело в том, что... Я ранее в жилые модули заглядывал, но там ничего не было в них. Вот таких вот сундучков. Видимо, добавили. Либо я опять-таки же что-то путаю. Давно не заходил. Очень давно. Вот он, мой жилой модуль, в котором я запрятал чертежи. Сейчас посмотрим, что у нас. Тут два чертежа, отлично. И изучаем их. Чтобы сразу все разблокировать, получен новый чертеж ракета визуализации дрона. Что-то очень крутое и новое. Все, чертежи на этом закончились. Я с собой чертежик заберу. Можно телепортироваться и бежать по координатам, смотреть, что там. Хотя, глядя на координаты, я понял, что я где-то рядом с ними. 248. Короче, что хочу сказать. О, получено новое сообщение. Нифига себе, как ты сюда зашел-то так. Прикольно. Получен новый чертеж, космическая торговая... Торговая? Я что, торговать здесь смогу?
Это очень интересно становится. Значит так, по координатам я практически прибыл. Там было 248-42-93, да? Ну вот, я вот в этом месте трусь, только мне вниз надо спуститься. То есть под землю. Где-то есть пещера или вход, которая мне позволит проникнуть в недра этой земли. Все, возвращаюсь домой. Исследование территории показало, что ни шиша я здесь не нашел. Но там к нам прилетело еще одно письмецо, и надо бы его почитать. Может, оно раскроет тайны? Ух, ни шиша себе, это что? Это как это? Не понял. Это что там ко мне проросло? Ёлы-палы, придется дерево тут срубать. Ну, хотя смотрится прикольно. Ну, что там за письмо? Давай почитаем. Отравили. После нескольких месяцев напряженной работы мне наконец удалось разобраться в процессе разблокировки Sentinel и разблокировать космическую торговую ракету в вашей системе. Ху-ху. Обычно терраформеры не могут использовать это, но это должно вам помочь. Шансы на выживание значительно повышаются при активации, но Sentinel почти никогда не разрешает это для Planet Crafters. Я не могу сказать, живы ли вы еще или нет, если бы мы только могли увидеть друг друга снова однажды. Блин, Ралли крутой чувак, вечно мне помогает. Спасибо ему, если бы не он, я бы, наверное, здесь не выжил. Кстати, давай посмотрим, что там нужно для ракет. А, ракета у нас не здесь. Я надеюсь, что все материалы, которые нужны для ракеты... GPS Т4 у нас есть. А, печатная плата вот такая. Дальше у нас торговая ракета. Для нее тоже печатные платы нужны. Эх, елки, пойдем глядеть. Ага, обломись. До печатных плат нам еще далековато. Нужно 160 GTI. А у меня-то всего 70 GTI. Ой, елки. А это что такое? Станция дронов? Как это я так пролистал это все дело? Термоядерный элемент? Он уже открылся? Я помню, для него нужна была огромная куча GTI, а он тут взял и открылся. Пойдем, короче, сделаем этот элемент, сходим на огромный корабль и наконец-то откроем то, что там было скрыто от нас столько времени. Где там моя супермашина? Значит, вон, есть, он есть. Давай, делай. Делай эту штуку одну, пожалуйста, мне больше не надо. Стой, остановись, не надо больше, давай лучше дрона делай. Так, дрон сделан. А как отключить все это? Вот, пустая ячейка. Фух, слава богу. Слава богу. Я сделал дрона, но не знаю, где он. Куда дрон улетел? Подскажи мне. Я не могу его сделать, потому что печатной платы нет. Так что все. Пойдем, короче, туда. К той огромной ракете. Слава богу, что я туда замутил телепорт. Так что это будет быстро. Вот сюда. И водоросли. Посмотрим на наши водоросли. Они тут разрослись. Хорошо, скоро тут будут плавать рыбки. Я их тут размажу. Расплодю. Как это? Размножу. Во. Ну что, махина, ты готова завести свои дряхлые старые двигатели? Я тащу тебе мощную батарейку. Вспомнить бы, где здесь у них что. Кажется, я в правильном направлении иду. Надеюсь на это. Так. Теперь мне сюда. Опа. Во! О-хо-хо! О-хо-хо! Ну-ка. Свет включился. Ай-яй-яй-яй, наконец-то! Так, оно работает, я могу отсюда? Нет, уже забрать отсюда ничего не могу. Но есть еще один корабль, где есть вот такая же вот термоядерная установка. Короче, теперь где-то что-то открылось. Как будто шлюз открылся. И... возможно... О! По-моему, этот шлюз был закрыт. Так как, ну ты видишь, что здесь. Надо разобрать вот это вот все дело. И что-то здесь таинственное должно быть для нас спрятано. Че в ящиках? Ага, это все мы забираем, конечно же. О, плата! Мне даже не нужно теперь качать GTI, правда, она всего одна. А мне нужно, по-моему, две. Так что все-таки придется качать. Это тоже разбираем. Ну же. Блин, столько лет. Технический мусор. Ну, давай разберем. Требуется чип деконструкции Т2. Чтобы это разобрать? Погоди, если я сделаю чип Т2, то у меня появятся платы, так как это сервер какой-то. А в нем по-любому куча плат. Хорошо. Мне надо сделать... И вот еще сервер. Да. Тут у нас что? Росток Волнус. 500% кислороду. Азотный картридж. Давай возьмем.
Вот это все забираем. Остальное нам не нужно. Еще одна плата. Шикарно. Все, у меня все есть для того, чтобы что-то важное сделать. Но что, я пока еще не знаю. Не определился. Либо ракету с GPS Т-4, либо дрона, либо еще что-то. Что-то невероятное. Так, тут, по всей видимости, все. Но я сюда обязательно вернусь, чтобы разобрать серверы. Но надо проверить еще шлюзы другие. Тут дофига было шлюзов. Может, что еще открылось? Во! Вот, еще открылось. Шикарно. А здесь я был? Так, здесь я по-любому был. А, так это выход. Все, тогда идем сюда, в этот шлюз. Сейчас тут все разберем. Еще похавать надо. Похаваем, давай. Вот я с собой жрачку взял. Как же тут и не похавать? Разбираем. Вот это тоже разбираем. А, там два сервера лежит. И ящичек небольшой. Угу. Ну-ка. Чертежи, куча всего полезного. Давай железо ставим здесь. Плату возьмем, это возьмем, это возьмем. Блин, что бы еще выкинуть-то? Вот железо. Это надо забрать. Воду давай выпьем одну бутылочку. Удобрение возьму и. Вот, еще железо можно убрать. Урановый стержень возьму, пожалуй. Ништяк. А за этим я сюда еще вернусь. Выбираемся отсюда, бежим домой. А на дворе-то ночь. Дом, милый дом. И мое хранилище. Сейчас я везде пробегусь, скину весь балласт, который я там насобирал. Что там у меня еще? Пульсирующий кварц. Вот с азотом у меня нет ячеек. Здесь же кварц, да? Да, здесь кварц. О, урановый стержень. Куда-то сюда его надо впихнуть. Или здесь он у меня? Уран. Вот урановый стержень. Сюда два штука. Цеолит. Цеолит. Сюда закидываем. Осми. Сюда. А теперь нам нужно скрафтить деконструктор Т2. Метановый картридж, микрочип разбора и цеолит. Не вопрос. Микрочипы у меня где-то здесь были. Вот, микрочип разбора и метан. Метан у нас добывается, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то здесь. Вот где-то, вот, по-моему, здесь. Нет, не здесь. Вот здесь вот добывается метан. Одну штучку нам. Все, чип готов. Осталось его только смастерить. Е-е-е. И нужно его вот сюда запихать. Давай, вставляйся вот сюда. Чуть не вставляется. Как его вставить? Эй. Вот сюда нажать, что ли? Ой, я чип выкинул. Не, давай обратно. У меня как бы есть пустая ячейка, но что-то она то ли заблокирована, то ли что. Давай я отсюда уберу. Вот это, она не ставится. А это ставится. Может, микрочип разборки надо убрать, и тогда... О, поставилось. Все. Как бы логично, я же этот чип использовал для его создания. Теперь пойдем посмотрим, что нужно для станции... Где строительство? Для станции дронов. Вот, у меня все тут... Термоэнергетический элемент тоже нужен. И три чипа. Блин, а у меня как раз три чипа. Блин, а я-то думал, что мне хватит как минимум на две постройки. Я обломался я конкретно. Что ж, ладно, будем делать станцию дронов. Создаем еще одну термоядерную батарейку. Дальше мне нужен осмиевый жезл. Мне хватит на него? Да, хватило. Что там еще нам нужно? И стержень суперсплава. Нужно теперь понять, где ее разместить. Где у нас есть отличное местечко для нее. Давай, короче, вот здесь. Вот отличное место. Тут ничего у нас не растет. Здесь все у нас хорошо. Развернем сейчас это все дело вот так вот. И шлепнем. Вот так вот. Е-е-е! Дроновая платформа. Давай посмотрим, что мы тут имеем. Так, контейнера. Создать дрона. Ну, нужен чип, понятно, которого у меня больше нет. А что тут? Инструкция. Блин, эти дроны, они, короче, как носильщики. Будут носить предметы. Но что мне носить-то, по большому счету, кроме как из рудников? Да, наверное, из рудников пускай они мне таскают. Те же самые суперсплавы и серу. Кстати, пойдем сходим на рудник. На рудник суперсплава. Посмотрим, как там дела обстоят. Что-нибудь у нас тут добывается? У нас тут много чего добывается. Все идет как надо, как по маслу. Ну, суперсплава, конечно, не так много. Надо его забрать. Вот так вот. Теперь, короче, возвращаемся на тот огроменный корабль вновь. И будем сейчас сервера разбирать. В надежде на то, что там будут чипы. Первые сервера
препарированию готов. Да, печатная... Две штуки. Вот это очень хорошо. Знаешь, в чем прикол? В том, что... Вот еще один. Раньше эти сервера тут валялись, ну, как шелуха от семечек в этом космолете, а теперь их убрали в определенное место, и не так много их сделали. А нет, гляди-ка, вот, тут целая куча этих серверов. Ничего, значит, не убрали. Знаешь, что жалко? Что вот этот шлюз не открылся. Прям обидненько как-то. Тут еще есть сервера. Блин, ну капец, у меня теперь этих чипов завались. Я думаю, что все. У меня чипов теперь огромная куча. 160 GTI. Да нафиг они сдались. Ой, ой. Так, очень опасная штука началась. Это, по-моему, кварцевый метеорит летит к нам. А, чё, с чего это? Я сломал себе что-то. Нифига себе. Ну, пусть летит. Хотя, кварц я бы собрал. Куда ты упадешь? Я думаю, он за корабль упадет. Как ты медленно летишь, слушай. Блин, придется все-таки к нему сбегать. Чё, прям на корабль, что ли? Я не увижу этого. А, нет, рядышком с кораблем. О, сколько там кварца. Ой, все, короче, я тут больше никуда подлезть не могу, всего 4 штуки собрал. Пойдем дальше. Хочу зайти вот в этот корабль, посмотреть, нет ли там у нас серверов. Да, здесь тоже есть сервера. Круто. Забираем. И вот еще, в конце парочку. Ну, просто обалдеть, сколько у меня теперь этих чипов. Сейчас еще слетаю до того корабля. И, возможно, в нем есть этот генератор термоядерной ячейки. Так, так, так. Я здесь был очень давно у этого корабля. И он довольно-таки огромный, еще и двухуровневый. О! Давай, разбирай. У меня, походу, сейчас места не хватит под все эти платы. Сколько мест осталось? Еще... Ага, 4 ячейки. О, слушай, нашел, короче, дверь, где можно разобрать. А, я что-то не то разобрал. Короче, и точно, здесь есть батарейку, куда вставить. Этот шлюз должен открыться. Пойдем, 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 пойдем. Поднимемся сюда. Как тут подняться-то? Эй, я подняться хочу. А, туда нельзя, видимо, подняться. Нет, вот можно. Вечно забываю переключить свой пистолет на что-то другое, кроме разбора. Когда разбор включен, ты вообще ничего не можешь. О! Вот он, этот термоядерный генератор. Все, значит, батарейку сюда нужно будет притащить. Сейчас у меня должен быть вот такой вот дрон. Я надеюсь на это. У-у-у, дрон есть! И получил достижение, построил дрона. И как мне его теперь запустить? Один дрон готов. Всего я их могу, видимо, 3 штуки построить. Так, и что? Я должен, короче, дать ему какую-то задачу. Вот он, дрон. Вот здесь у нас шестеренка, ее нажимаем. Сюда, спрос, спрос. Что, личинки какие-то искать, собирать? О, мед появился, ничего себе. Ну да, у нас же пчелы есть. Фитопланктон С, Б и А. Да, это то, что будет у нас в воде. Ну давай попросим его найти мед. Мед мне найдешь? Но дрон что-то как-то не очень-то хочет работать. Эй, дрон, давай, запускайся. Может, мне тебя выкинуть просто здесь надо? Ага, он сюда улетел, смотри-ка. Шустрый какой малый. Так, 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 хоть посмотреть на тебя, что ты себе представляешь. Вот он, полетел, полетел, полетел. И сюда. Я, видимо, слишком туп для этих дронов. Давай еще раз почитаю инструкцию. А, я понял. Я понял, и дождь пошел. Так. Мне нужно, короче, зайти внутрь. Сейчас. Выбрать любой контейнер. Ну, например. Я не знаю, он будет сюда залетать или нет. И вот шестеренки появились. Вот шестеренки появились. Давай, допустим, вот отсюда. А, ты будешь забирать у меня. Вот, давай баклажанчик забирай отсюда. Все, я понял. Предложение. Он отсюда забирает, а спрос он сюда заносит. Все, все ясно. Дождь начался, и смотри, сколько личинок сразу. Как дождевые черви повылазили. Слушай, робот, ты как-то будешь что-то делать вообще? Вот, баклажан тоже здесь сделаю, и... Ему вообще похрен. Может, из-за дождя? Он такой, дождь пошел, не, я не буду летать. А, подожди, мне не предложение надо здесь сделать, а вот, 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 вот это вот мне нужно сделать, 2 штуки. Во, полетел!
Бежим за ним, я хочу посмотреть, как он внутрь зайдет. Да елки, застрял. Я тебя обгоню. Да, он сквозь стенки пролетел, что-то взял и такой обратно домой летит. Я даже не знаю, есть ли смысл в дронах. А, есть смысл в дронах, сейчас. Блин, ну круто, сейчас, хорош, мне больше не надо. Я хочу сюда, короче, сделать суперсплавы, чтобы ты таскал. Это возможно? Это возможно. Суперсплавы и серу хочу. Вот. Дрон сюда пришел, это я заберу. Приоритеты. А это, короче, не количество, а приоритеты. Тут же вот черно-по-белому написано приоритет. А я их тыкал на две штуки. То есть приоритет я могу поставить... Ага, 5. Тут, значит, 5 ячеек. Вот я их могу назначить. И приоритет я ставлю, допустим, на вторую ячейку. Значит, он будет серу таскать в приоритете. А суперсплавы, они так. Если по пути, то заберет. Значит, пускай серу таскает. Теперь смотри, что я делаю. Где у нас сера добывается? Где-то вот здесь вот. Блин, капец, как это все муторно. Опа, я что-то бура-то тут и нету. Я его убрал, что ли? В общем, как выяснилось, бур для добычи серы я убрал куда-то, забыл, куда я его сунул. Поэтому давай суперсплава пускай у нас будет таскать наш дрон. Я сейчас вот здесь вот все настроил. Значит, отсюда ты будешь забирать у нас суперсплав. Все. Беги. Беги, забирай. И отсюда тоже будешь забирать суперсплав. Вот. Вот так вот. И по идее дрон уже пыхтит и летит в ту сторону, чтобы забрать все предметы. Блин, сраный кустик. И понастроил тут деревьев, теперь летать мешает. Для себя же. Да, дрон улетел. Его здесь нет. Он сейчас должен... Во, уже возвращается, гляди. Уже летит домой. Притащил? Да, суперсплав есть, по одному таскает. Ну и шикарно, пускай он один трудится, потом создам еще ему другана. А сейчас я хочу все-таки посмотреть, что там нужно для GPS-T4. Микрочип компаса, суперсплав и двигатель. Все вроде бы готово, я все собрал. Да, ну бараки, ух, какая у него антенна-то, а? Прикольно. Интересно, а тут остался баг с толканием ракеты? Сейчас проверим. Запускаем. Так, толкаем ракету, толкаем. Толкаем. Ну-ка. Не, она летит. Кажется, глюк убрали. Все, спутник запустился. Все шикарно. Я сейчас пойду смотреть. Пойду глядеть, как у нас обновилась карта. Она должна быть еще лучше. Вот это другое дело, уже больше видно. Шикарно. Жалко, конечно, ее перемещать нельзя. А, нет, подожди. Вот, можно ее перемещать. Е-е-е-е! Теперь мне больше не нужно иметь несколько станций. И я думаю, на этой прекрасной ноте мы будем закругляться, потому что почти все обновления, которые мне сейчас доступны, я сделал. Осталось только развести рыбок и бактерий. А это буквально еще на одну серию. Что у меня тут? Почти 50% для рыб. А, еще ж помимо рыбок лягухи, точно. Ну, точно, короче, на одну серию. Поэтому на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться, и тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!